Я. Ты. Хазан, я хочу поговорить. Хазан, Хазан, это уже слишком, хватит уже! Брат? Что тут происходит? Ягыз, я задал вопрос, о чем вы говорили? Ответь мне. Когда я выходил, вы разговаривали. Что она тебе сказала? Да скажи ты уже! Она тебе сказала, кто этот тип, да? Послушай, ты даже мне в глаза не можешь посмотреть, брат. Брат, ответь мне уже! Брат, скажи мне что-нибудь, кто он? Прости меня. Прости. Что? За что ты извиняешься, брат? Что мне делать? Стойте, стойте! Куда вы забираете мою мать? Брат, постой! Брат, почему вы положили мою мать в этот мешок? Брат, и зачем вы застегнули молнию? Моя мать ведь не сможет дышать. Нет, так нельзя. Подождите, пожалуйста. Нельзя открывать. Брат, она не может дышать. Мама. Мама, я простил тебя. Мамочка, я простил тебя. Куда вы забираете мою мать? Брат, послушай, мы с ней были в ссоре. Понимаешь, брат? Нам нужно с ней помириться. Я поцелую ей руку и скажу, что простил. Ты знаешь, мы с ней поругались. Честное слово, я простил ее. Мама, я простил тебя, мама. Она не сможет дышать, брат. Нет, честное слово, я знаю свою мать. Не надо, пожалуйста. Пожалуйста, брат. Брат, пожалуйста, позволь мне. Брат, пожалуйста, не надо. Есим, успокойся. Есим, все, остановись. Пожалуйста. Стой, успокойся. Есим, успокойся, все. Есим, успокойся. Подожди, брат. Все, Есин. Сынок, оставь его, сынок. Все, успокойся. Мама! Есин, успокойся. Не увозите мою маму. Есин, остановись. Сынок, она ушла. Есин, пожалуйста, не вернется. Надо. Есин, прошу тебя. Она ушла, сынок, ушла. Есин, успокойся. Сынок, успокойся. Она ушла, ее нет. Она ушла. Они забрали мою маму. Мама. Я не виновата. Я не виновата. Я не виновата. Я не виновата. Мама! За что ты у меня просишь прощения, брат? Что значит твое «прости», брат? Скажи уже, а? Синан, прости меня. Мне надо идти. Стоит мне только отвернуться, как ты рядом с братом. И так было не раз. Стоит отвернуться, и ты всегда рядом с ним. Не глупи. Не глупи, ведь это он нас помирил. Не выдумывай глупости. Прости меня. Прости. Прости меня. Прости меня. Прости меня. Прости. Прости меня. Владение Узгура Эгимен. Думаю, теперь мне следует что-то сказать. Ты не обязана сразу что-то отвечать. У тебя еще есть время подумать. Ты отпускаешь меня на основании устного договора и не оставляешь мне выбора. Говоря о моей свободе, я не знала, что это будет сделкой. Я не какой-нибудь сверхчеловек, Эдже. У меня тоже есть предел и границы, которые я никогда не позволю пересечь. И есть терпение, как у всех. Столько же, сколько и у всех. Есть определенный предел тому, что я могу принять, на что могу закрыть глаза и что могу вынести. И эти пределы неоднократно превышались. Они превышались тобой. Превышались прямо на моих глазах. Отныне я буду воспринимать подобное как неуважение. Не как твое неуважение ко мне, а как неуважение к себе. Сделки нет. Есть только выбор. Ты сделаешь выбор и заплатишь за него так же, как заплатил я. Ну давай уже, взломай этот пароль. Немного осталось, Ниль Ханум. Система пробует всевозможные варианты. Я втайне от отца дам тебе премию в размере 5 зарплат. Только доведи дело до конца. Я долго сопротивлялась, Синан. Пыталась скрыть это от своего сердца и от самой себя. Я пыталась отрицать. Каждый раз старалась как можно сильнее привязаться к тебе, но не смогла. Я не справилась. Я не смогла сбежать от своих чувств, Синан. Мне очень жаль. Нет уж, Хазан. Все не так-то и просто. Я здесь, Хазан. Хазан, я за дверью. И буду ждать здесь за дверью до тех пор, пока ты мне не скажешь, кто этот тип. Ты забудешь об этом. Я забуду об этом. Я забуду. Я все еще могу пригласить тебя на фильм. Я люблю эту девушку. Вот что никогда ты не должен забывать. Никогда. Никогда не забывай. Вспоминай их такими. Не забывай. Ты будешь вспоминать их такими. Готово? Все содержимое телефона теперь на вашем планшете, Ниль Ханум. Ты гений. Милая, я как раз собиралась тебе позвонить. И как это, по-твоему, называется? Всего лишь перепутали телефоны, вот и все. Ниль, послушай, немедленно принеси мой телефон. И как же дорог тебе телефон? Ниль, говорю тебе, немедленно верни мой телефон. Слышишь? Прости, дорогая, но сначала мне нужно встретиться с Синаном. Приезжай в Плазу. Успокойся, там стоит пароль. Успокойся. Она не сможет копаться в телефоне. Успокойся. Ох, бедняжки, как же они сокрушались. Даже год не прошел, как отца потеряли. Совсем одни остались. Ах, бедные. Никого у них не осталось. Бедняжки. Это же письмо, малыш. Мама. Посмотри, даже Фазилет расстроилась. Столько лет были соседями. Разве легко принять? Как-никак смерть. Пойдем со мной. Возьми эти деньги. Потратишь, если понадобится. Только никому не говори. Да благословит тебя Всевышний. Забери свои деньги обратно. Ты неправильно понял, сынок. Нет, тетя. Забери свои деньги обратно. Тетя, давай сюда. Держи. Чьи это деньги ты мне даешь? Деньги особняка я не приму ни в счастливый, ни в скорбный день. Понятно? Ну, раз так... И что такого я сделала? От чистого сердца. Дала просто, чтобы помочь. Я же от чистого сердца. Ах, Шукрие, ах. Суждено мне было проводить тебя в последний путь. Придется поквитаться с тобой на том свете. Поплакали, поревели, но кто ушел, того не вернуть. Я выполнила свой человеческий долг. Но после смерти... После смерти не заставляй плакать мою дочь. Ты только ее не заставляй плакать. Так не пойдет. Нет, так не пойдет. Нам нужно поговорить. Нам нужно поговорить. Нам нужно поговорить. терпением. Ты преследуешь Ягыза. Я знаю о твоих чувствах к нему. Я не хочу, чтобы из-за неразделенной любви им пришлось бы столкнуться друг с другом. Этого никогда не случится. Я не допущу им пережить такое. Я не допущу. Полюбуйся, кому ты сделал предложение, Синанбей. Перейдем к признательной части. Ты выйдешь когда-нибудь, Хасан. Рано или поздно ты выйдешь через эту дверь, а я подожду тебя здесь. Бетюль. Бетюль, прошу, скажи, что все готово. Скажи, что виза получена, пожалуйста. Мне нужно как можно скорее уехать. Хасан, открой дверь, я сказал. Не спрашивай, подруга, ни о чем не спрашивай, ладно? Я больше не могу здесь оставаться, я должна уехать, Бетюль. Хасан, хватит уже, открой эту дверь. Хорошо, я перезвоню тебе, ладно? Ты не сможешь так просто сбежать от меня, Хасан. Ты не можешь так прятаться. Хасан, открой дверь, я сказал. Открой эту дверь, не то хуже будет. Я не уйду отсюда. Я никуда не уйду. Хасан, пока ты мне не ответишь, глядя прямо в глаза. Глядя мне прямо в глаза, ты мне скажешь, кто этот тип, Хасан. Ягыз, я догнала тебя. Что ты здесь делаешь? Сначала нажмем на кнопку. Ниль, я серьезно, что ты здесь делаешь? Скажем так, есть небольшое дело. А ты куда? Или к ней? Домой или к Хазан? С кем у тебя дело? С вами тремя. С тобой, Синаном и с Хазан. Нам нужно поговорить. Мы оба знаем, что есть кто-то другой, Хазан. Ты обязана, наконец, ответить мне. Воистину, я хочу уже знать, кто этот тип. Вот сейчас и начнем. Посмотри мне в глаза и ответь уже, Хазан. Ради кого ты меня бросила, а? Ради кого ты со мной расстаешься, Хазан? Кто заменил меня в твоем сердце? Хасан, ответь мне, ради кого ты бросила это кольцо? Они расстались. Да не молчи ты! Ты сводишь меня с ума! Ответь мне, Хазан! Проклятие! Ответь ты, наконец, уже! Синан? Брат? Ты что делаешь? Хазан, ты мне ответишь! Возьми себя в руки! Хазан! Хазан, ты не можешь уйти! Хазан, ты не можешь уйти! Ладно, оставь! Ты ответишь мне, Хазан! Хазан, ты не можешь никуда уйти! Ответь мне, я сказал, Хазан! Синан, перестань уже, пожалуйста! А как мне перестать? Она, ничего не сказав, просто так взяла и бросила меня! Синан, пожалуйста, без объяснений, без слов, прямо у меня на глазах уходит другому! Ты что, не видишь, что ли? Ладно. Хазан, ты мне ответишь! Ты посмотри на нее! Уходит, словно ничего не случилось! Хазан? Хазан! Синан, прекрати уже. Почему я должен прекратить, а? Почему ты меня держишь? Вы внизу говорили о чем-то, верно? Ты что-то знаешь и скрываешь от меня. Ты ничего не говоришь и удерживаешь меня. Разве братья так поступают? Ответь мне, ты считаешь, что братья так должны поступать? Братья разве так поступают? Ответь мне! Я сказал, ты не можешь просто взять, развернуться и уйти. Брат, посмотри мне в глаза. Ответь мне, наконец. Ты мне скажешь, кто этот тип. Это не я. Это не я. Я не могу войти. Я не могу. Не могу. Это не я. Нет. Нет, она не умерла. Это не я. Я не виновата. Дочка? Дочка, Селин. Что случилось? Что с тобой, дочка? Скажи мне. Хочешь, позвоню твоему врачу? Ну же, скажи мне. Давай, говори. Папа. Дорогая, ты в порядке? Скажи мне что-нибудь, Селин. Пожалуйста, поговори со мной. Поговори со мной, Селин. Остановитесь здесь. Успокойся, дочка. Все хорошо. Ну же, что случилось? Папа. Селин Ханум. Минуточку, Фазилет Ханум. Минуточку, пожалуйста. Мои соболезнования, Селин Ханум. Мама, что происходит? Она потеряла свекровь. Мои соболезнования. Подумала, что тебе будет интересно происходящее наверху. Спрашивала в холле. Сказали, что ты не выходила. Все так утекло, как вода, что ты себе плеснула в лицо. Но не получится. Эти двое сейчас разговаривают наверху. Голос Синана слышен даже в коридоре. Все требует сказать, кто этот тип. Кто тот тип, что увел у него Хазан? Ситуация все еще ухудшается, и дальше будет еще хуже. Сколько еще будешь обходить его своим молчанием, Хазан? Сейчас он зол, его ослепило от злости. Но однажды увидит, посмотрит тебе в глаза. И увидит в твоих глазах родного брата. Что ты будешь делать тогда? Сегодня он учинил скандал из-за человека, которого не знает. Что будет, когда он узнает, что этот человек – его родной брат? И вновь тишина. Вновь тишина, и даже брат не отвечает. Брат тоже мне не отвечает. Тебе... Я не могу ответить, Синан. У меня нет ответа. Ты не знаешь, что я проживаю. Не знаешь, что я проживаю, понятно? Не знаю. первых же дней изначально у этой девушки были десятки причин, чтобы расстаться со мной. Были десятки причин, чтобы не принимать меня. Но кто-то другой? Нет, брат, другого не может быть. Другой исключено. Да, вначале я совершил много ошибок, я этого не отрицаю. Но я не заслужил того, чтобы Хазан со мной так поступила. Не заслужил того, что она ушла к другому, бросив меня. Но сколько бы она ни молчала, сколько бы ни убегала, я найду этого мерзавца. Хазан мне ответит за это. Я найду этого мерзавца, и они оба ответят мне за это. Найду этого мерзавца, найду. Я найду его. Я обязательно найду этого урода. Никак не могу поверить. Да, доченька. В этом мире смерть неизбежна. С ней нельзя шутить. В этом мире смерть неизбежна. Ты неизбежна. Видела? Что? Есина. Ты видела? Ах, Есин. Как же ты справишься с этим? Вызываемый абонент временно недоступен. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Есин, я представляю, в каком ты состоянии. Но я не знаю, как мне быть. Но я рядом с тобой. Хочу, чтобы ты знал. Знаю, дочка, это сильно на тебя подействовало. Но не изводи себя так, прошу. Выпей таблетку. Давай, дорогая, давай. Папа, прошу тебя, позволь мне. Пожалуйста, позволь мне быть рядом с Есином. Пожалуйста. Но после всего случившегося мы ведь не знаем, как он встретит тебя. Отец, мы еще не развелись. Есин все еще мой муж, и он нуждается во мне, а я нуждаюсь в том, чтобы быть рядом. Пожалуйста. Хорошо. Хорошо, ты права. Вы еще не развелись. И мы всей семьей будем рядом с ним. Я сейчас позвоню нашим людям. Пусть посмотрят, какая там обстановка, а потом мы с тобой уже решим, что делать, хорошо? Вы не беспокойтесь, Хазымбей. Я отвезу ее. Как-никак мы когда-то были соседями, так ведь? Если вы поедете, начнутся лишние разговоры. Будут вспоминать старое. Не беспокойтесь, я отвезу Селин-хану. А теперь рассказывай, Селин-хану. Зачем ты убила свекровь? Но сколько бы она ни молчала, сколько бы ни убегала, я найду этого мерзавца. Хазан мне ответит за это. Я найду этого мерзавца, и они оба ответят мне за это. Я не могу ей позволить пережить такое. Я не могу позволить пережить такое. Я не могу позволить ей пережить такое. Не могу понять, что ты опять выдумала. Уйди уже, уйди! Ты что, не слышишь меня, девочка? А? Говорю тебе, что я видела. Раз ты ничего не сделала, почему не подошла к ней, а? Все собрались над этой бедной женщиной, почему ты не подошла? Сбежала и не оглядывалась. Уйди! Быстро признавайся, зачем толкнула свою свекровь. Это ты толкнула? Говори! Я пыталась ее остановить. Я просто пыталась ее остановить, иначе она все бы рассказала. Она бы все рассказала Есину, рассказала бы про ребенка. Я ничего не сделала, я просто пыталась ее остановить. Все произошло внезапно, я не могла ее остановить, я не могла, понимаешь? Она бы рассказала Есину, что ребенок… Она и рассказала. Можешь не беспокоиться, все рассказала. Перед смертью на последнем издыхании в ухо своему сыну все по порядку прошептала. Вот так-то, Селин Хан. Сейчас от скорби он ничего не соображает, но как только он придет в себя, нам с тобой всерьез придется задуматься. Что нам делать с тобой? Что делать? Сейчас он зол, его ослепило от злости, но однажды увидит, посмотрит тебе в глаза и увидит в твоих глазах родного брата. Что ты будешь делать тогда? Сестра. Случилось ужасное. Ягыз? Мы уезжаем в Америку? взявшись под руки с мамой, поехала к Зисину. Мне тоже надо было поехать. Это еще хорошо, что ты сюда доехала, не умерев по дороге. Прости. Голова кругом, ничего не соображаю. Как сильно ты злишься на меня? Ладно. Чтобы разговорить тебя, спрошу по-другому. Как сильно ты злишься на меня за то, что пришлось выяснять отношения с Егызом? Эдже. Или так. То, что вы с Егызом действительно влюблены... Эдже! Теперь ты как ребенок сбегаешь в дом отца? Это что значит? Что значит? Говоришь, что не можешь оставить ее одну посреди бури. И не уезжаешь в Америку. Буря вот-вот начнется. И ты это прекрасно знаешь. И наш герой в затишье перед бурей переселяется в особняк своего отца. Я не могу поверить. Ты переселяешься в особняк, чтобы отец просто-напросто повязал тебя по рукам и ногам. Неужели ты настолько слаб перед ней? Настолько слаб? Неужели ты настолько в отчаянном положении? Ответь мне, Ягыз. Я в полном отчаянии. Пойми уже, я в полном отчаянии. Сынок? Добро пожаловать к себе домой. Синан, только не злись, я просила бармена, он мне и сообщил. Оставь. Отвали. Синан, Синан, оставь, говорю, ты и так уже достаточно выпил. Синан, хватит, говорю, хватит, посмотри на себя. Ниль, свали. Ты и есть мое дело, посмотри на меня. Посмотри на меня, ты нуждаешься во мне, посмотри мне в глаза, Синан. Ниль, ты отвалишь или... Или что, в тебе говорит амбиции, а не любовь? Твое эго? Твое эго, которое годами питалось слезами, теперь проливает слезы. Разве не так? Почему? Потому что девушка ушла к другому. Такое впервые в истории Синана Эгемена. Потому что Синана Эгемена никогда не бросали. Он всегда сам бросал. И это Синан Эгемен всегда уходит другой. Тебе сложно переварить не уход, Хазан, а свое пострадавшее эго, Синан. Завались уже. Причиной твоего состояния является то, что ты не знаешь, кто этот знаменитый человек. Посмотри на меня. Если узнаешь, что это все прекратится... Ты перестанешь изводить себя? Оставь уже это. Так вот, я уверена, что не прекратится. Узнав, кто этот человек, ты не выдержишь. Я неспроста говорю, что ты нуждаешься во мне. Я знаю, кто этот человек, Синан. Ты? Да, я. Ты знаешь, кто он? Я не знаю, но знаешь ты. А ты что смотришь? Синан. А? Куда ты смотришь, приятель? Синан, что ты делаешь, Синан? Синан! Руки! Брат, Синан, успокойся. Руки убрал от меня! Остановись! Что ты делаешь? Синан! Все, а ты куда смотришь? А? Синан, остановись! Синан, остановись! Прошу тебя. Отвали от меня. Все, успокойтесь, успокойтесь. Ты что делаешь? Не трогай его. Синан. Что, поговорить хоть? Синан, стой, держите его. Прошу тебя, умоляю. Держите, держите. Синан. Сынок, я очень рад, что ты снова вернулся домой. Ты знаешь. Двери этого дома всегда открыты для тебя. Но все-таки мне хотелось бы знать причину. Я решил, что мне лучше пожить какое-то время здесь, отец. Так нужно. Значит, так нужно. А Синан знает об этом? Синан невиновен. Послушайте, он всего лишь пьян. Отпустите его, пожалуйста. Извините, уважаемая, мы его вынуждены забрать в участок. Синан Бей, а это правда, что вы подрались? Можно узнать причину? А вы бы не хотели прокомментировать, что происходит? Есть один урод. Ходит один урод, и я его найду. Если смотрит, пусть слышит. Слышь, пожалуйста, мразь, я тебя найду и закопаю. Пожалуйста, пропустите. Синан Бей, скажите, пожалуйста. Не мешайте нам. Можете дать более детальное разъяснение. Отойдите в сторону. Дядя Хазам, приезжайте скорее. Дядя Хазам, прошу вас. Умоляю. Нель Ханум, вы бы не могли прокомментировать? Насколько я понял, Синан не в курсе. Иначе, боюсь, что... Ты все верно понял, отец. Но тебе нечего опасаться. Поэтому я и здесь. Временно. Когда придет время, я буду там, где и должен быть. Старшие братья всегда и во всем поступают должным образом. Настоящие старшие братья. Ты очень хороший брат. После свадьбы твоего брата... Отец. Это свадьба. Ягзбей, комната готова. Хорошо, спасибо. Отец. Сынок, поговорим, когда оба немного отдохнем. Ладно?